Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Void Bastards. Мы с вами остановились на том, что мы все еще начинаем на самом деле огребать по чуть-чуть люлей от врагов, но я думаю, в ближайшем будущем мы это как-то исправим. Ну, хотя бы попробуем. Что нам, кстати, надо здесь? Клизма и хлоп конфет. Сейчас бы клизмы и пистолет улучшать. Ой, серьезно. Так, ладно, звездная карта. Чтобы просить вам задачу, ковчег углубился в туманность. Сильнее или излучение? Да, это мы уже обсуждали с тобой. Нас направляет на схему проводов. Нам нужно 3 элемента, по-моему, новые собрать. По основной миссии, как бы. Вот, и с этим продолжить движение. Что у нас здесь? Один мощный гражданин. Это босс. Открытые двери. Двери не запираются. Клерков целая куча. Клерков мы тоже еще не встречали. Мы встречали духов, но они какие-то стрёмные. Но здесь мы можем восстановить ХП, собрать шипы, био и микро... Что? Микробомет? А, микробомет, типа, все, я понял. Въехал, с запозданием, но въехал. Короче, мы можем, в принципе, сюда зайти. У нас тем более фулл ХП, поэтому, я думаю, проблем возникнуть не должно. Не знаю, правда, что из себя представляет босс. Но посмотрим. Посмотрим. Мы ж как это? Испытатели, мать его. Будем смотреть. Так, давай отравляху. Ого, на 77 скреп. Надо котейку взять все-таки. Хотя, блин, шокер, мне кажется, нам бы больше пригодился. Что-то мне подсказывает, что шокер больше бы пригодился. Да и с этой штуки мы вшатать можем поприятней. Давайте вот так возьмем. Ready, steady, go, go. Так, мостик у нас налево, налево, направо. Так, опять красный корабль. Я терпеть не могу красные корабли. Вот серьезно. У меня кремка какой-то прям... А, не можем закрыть дверь в плане на замок. Да, неактивный. Тогда это не страшно. Я думал, что мы в принципе двери не можем дверьми управлять. Но нет, все под контролем. Боже, на пол экрана борда этой котейки. Так, там стоит клерк. Он меня заметил, но типа из-за того, что я за стеклом, он ничего не делает. Да, я правильно понимаю? Он нервный какой-то. Так, сейчас я ему котейку кинул. Котейка просто за ним ездит и бесит его, да? А, котейка еще и сама ликвидируется. Ну, сейчас увидим, как он жахнет. Да, он по чуть-чуть. Хирургия для тупиц. Отлично. По чуть-чуть. Так, открывай. Сейчас жахнет. Так, еще скреп и инжектор. Да, он просто взрывается. Просто взрывается, но нужно убить целую кучу времени. Прежде чем он рванет. Понял, принял. Так, еще скреп. Это кто? А какого хера он продолжает за мной ехать, а? Котейка же должен его отвлекать. Или я что-то потерял? Так, он действительно уехал, но меня из цели как бы не снимает. Так, на электронику яд не работает, я понял. А, там шпик просто висел. Все, я понял. Релод. Это охрана бот. Все, теперь я въехал. До свидания. Просто нужно чекать теперь все камеры. Чтоб не было проблем. Так, отхилимся мы в самом конце. Хотя мы можем и сейчас отхилиться, и потом еще раз прийти отхилиться. Да, там 120 хп в запасе. Молодой человек, а вы что здесь забыли? А вы что таки тут забыли? Чё-то их реально здесь дохрена. Инфа перед высадкой не соврала. Их действительно здесь много. Хера себе у вас там пати! Ну у вас нахер, давайте по одному сами ко мне идите. Не, так не годится. Так, этот отравлен, мразёныш. Туда можем котейку бросить. Котейка оказалась все-таки бесполезной. Лучше бы шокер взял. Ее все-таки растили били, и она рванула по турели. Тогда неплохо. Пошел нахер. Так, давайте данные. Давайте данные. Так, здесь где-то столик.
Еда, ленты, это, конечно, все хорошо. Здесь быстрого прохода нет, да? Вот собака. Но в самом начале у нас на кораблях было очень много быстрых проходов. А здесь что-то нас решили обделить. Неприятно, а что поделать? Так, отхил. Да, в принципе, давай. Горех жаловаться. Так, нам нужно вот сюда. Подсобочку еще надо бы заглянуть. Нахер иди. Так, в морге кто-то есть. Есть, есть. Я знаю, что ты здесь. В смысле? Говнюк развел меня. Я думал, что он в туманность зашел, а? Говно мелкое. Так, нычкарик есть? Нычкариков нет. Да что ж такое, мать его. Так, текаем отсюда. А, стоп, подсобочка. Подсобочка, подсобочка. Есть что? Есть быстрый проход. Ящики не работают, это не работает. Быстрый проход? В смысле? А, ага. Ага. Ну, в принципе, сюда не особо надо было, ну ладно. Давайте быстренько кабанчиком. Главное чекать наличие камер. Они нам самые неприятности могут создать. Все остальное мелочь. Шушера, пыль. Сколько? 50 требует? Там что-то должно быть либо ценное, либо это просто разводос на валюту. Вариантов не так уж и много. Так, пули, перфокарты. 5-1? 1. Окей. Так, один ящик у нас закрыт остался. В генераторе и в обоих ССП-шках есть топливо. Добрый вечер. Так, жратва. Топливо. Мне интересно, кстати, а есть ли какие-то бонусы, которые отмечают просто валяющиеся предметы на полу? То есть не те, которые в ящиках, которые просто валяются. Так, в один момент вам решили передать привет все. И кошка, и соседи, и просто все на свете. На чем мы остановились? Да, лутаемся дальше быстренько по Шурику. Твою мать, такой херни я не ожидал. До свидания. Не надо так больше делать, пугать меня на ровном месте. Стоп, я только что видел этого босса, да? Уйди. Я только что его видел. Он сместился куда-то в левую часть. Там проход, выход в этот коридор. А вот и он. Босс Клерк, значит, да? Мяу. Так, он начинает его расстреливать. Догоняй его, котейка. Попал в обычного клерка, лол. Так, попал в босса. А босс-то бродячий, собака, слушайте. Беги, котейка. Катись клубочком, давай. Так, это, конечно, хорошо. Нам кислород. Твою мать. Спасибо. Так, котя-робот. Угу. Ну, короче, придется две скрепки потратить. Это чисто ради нашего же блага. Ля-ля. Где он делся? Я не понял, куда он делся. Но мы с ним точно еще столкнемся. Как бы там ни было, сейчас только ССП-шку зачищу. Так, топливный есть. Тут у нас ядра-взломщик. Надо найти, где они вообще задействованы, эти ядра. А то чувствую опять обман. Так, остался там закрытый ящик за 50 стимулов. А у нас... 49, да, нам не хватит. Но босса хочется забрать. Мне кажется, конечно, его уже забрал мелкий, но у него было слишком много хп для того, чтобы он так быстро помер. Поэтому по-хорошему его нужно найти. Мне кажется, с него и лутецкий просто какой-то должен упасть. А кого это я здесь нашел? А ну вылазь. Собака-псина. Ай, ой, неприятно. Котейка. Покажи ему, где раки зимуют. Угу, угу.
А он не такой сильный, на самом деле. Как казалось бы. Еще с него ничего не выпало, ясно. Могли просто не тратить на него время, да и все. Так, котейка, возле меня только не взорвись. Все, текаем, сигналка работает, все как всегда. Тот ящик тогда придется оставить. Ничего не поделать. Но хоть с боссом повидались. И два желтых ингредиента нашли. Давай, закидывай особенно жратву. Жратва капец как надо. Клиент выжил? Да вы живучий клиент. Шипомет. И он брю нам нужен. И он брю требует что-то слишком много ресурса. Ну да ладно. А переработка это что? А, мы типа можем имеющиеся переработать. Это, конечно, интересно, но как в другой раз. Так, движение мы должны с вами продолжать по прямой. Здесь нам в любом случае заслуженный приз надо забрать. Давайте погнали тогда сразу. Заслуженный приз. Получено стимулов 65. Спасибо большое. Бляха, движутся эти. Собака, он же как назло передвинется сюда. Я вот вам... Как Ванга скажу просто. Сейчас я передвигаюсь сюда, и он на меня, да? Он не сместился, значит у меня будет шанс сбежать. Хорошечно. Так, что нас тут ждет? Духи несколько, несколько уборщиков. Коровий шокер. Шипучая кошка. Шипучая кошка, да? Так, пули шок заряды. Большой запас кислорода, где-то лежит варп-ключ. Варп-ключ я пока не совсем понял, для чего он используется, как и торпеды, собственно, но... Ладно. Узнаем по практике, так сказать. Забираем это, раз у нас там будет дух. Давайте возьмем эту цацу. Котейка бесполезный, давай шокер. Не, котейка как бы полезный, но в очень-очень-очень-очень редких ситуациях. Бляха, да вы серьезно? Это всегда плохо начинать, когда выключен генератор. Так, кто-то здесь тёпает. В этой комнате кто-то есть. Бутерброд есть в этой комнате. Тихо, тихо, не бушуй. Мне интересно, просто выстрел один дротик, одним дротиком его убьет или нет? Да, он его убьет, только задержка небольшой. Ну, в принципе, да, тогда можно на них таким образом экономить. А где у нас спуск, подъем? Воу, 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 воу. Вас двое, да? Ой, сука. На, еще выстрел. Да, этих тоже затравить можно, без проблем. Я тебя вижу. Мне вот только интересно, стакается ли урон этот... дотовый. Если он стакается, это просто жизнь-сахар будет. Стоп. Откуда востока, товарищ? Там еще и шпик обнаружен. Так, этот рванул. Давайте я, короче, генераторы сразу врублю. Вон его нахер. Добром это не кончится. Приз. В смысле? Это он только что дважды ТП-шнулся или это второй? А, это второй. Я понял. Намек понял. Да, дамаг из обычного оружия по ним вообще как бы бесполезен. А, успел охранбота запустить, да? Ой, сука. Мне не нравятся их методы перемещения. Вообще не нравятся. Вот прям совсем не по душе. Так, тихо. Сейчас они у меня за спиной, да. Они, в общем, почти как Слендермен. Постоянно за спину пытаются попасть. Это, конечно, отчасти забавно, а с другой стороны, это очень неприятно. Так, возвращаемся назад. Попытаемся добежать. Добежать сразу же на мостик. Так, здесь что? Не здесь. Шипы. Окей, пусть будет. Угу. Сэкономили немножечко времени. Тихо, слышу. Угу. Держи, товарищ. Не хочет он умирать быстро. А ждать нам некогда. Так, пули глаз, пули палец. Ага, ага. Так, здесь еще антирад нам не нужен. Еще пули. Меня эти звуки постоянно фоновые немножечко напрягают. Совсем крапелюсечку. Немножечко криповенько. Так, есть данные.
Есть, все, мы можем возвращаться. О-ля-ля. О-ля-ля. Я надеюсь, что здесь хотя бы сюда или сюда есть переход быстрый. Чтобы мы там не потерялись на год. Собака босс. Как он с этими преградами вообще мирится? Так, а здесь что? А, здесь еще один коннект, да? Коннект не нужен. Так, еще пули. Так, вроде ничего не валяет. Ха, попал. Кек. Так, пули здесь сверху. Ничего нет, а вот здесь есть. Еще пули. В этих жилых отсеках как раз очень много лута зачастую бывает. Но чё-то нам не сильно повезло. Ну да и хрен бы с ним. Еще говорили же про варп-ключ, да? Значит, это я его тоже не замечаю. Так, огромный отсек. Там турель стоит, которую можно якобы... Да, она целится на меня. Она явно не хочет, чтобы я здесь был. Намек понял, конечно. Так, клейкая лента. Сейчас проверочка. Там сколько? 10 выстрелов, по-моему, надо, нет, да? Да, и так сойдет. Так, еще один ящичек. Самое обидное, что я здесь не вижу лежачего лута сверху. Хотя здесь кабинетик, дай бог. Можно было бы и вместить. Так, здесь есть, оказывается, шустрый проход. Твою мать, где ты? Я знаю, что ты из-за спины вылез. Опять из-за спины полез. Ой, собака. А, так ты не один, ты с друзьями. Что ж ты молчал? Так, есть попадание, все, можем текать. Нет, не можем. Их яд вроде бы травит неплохо, но все равно недостаточно урона, чтобы их как-то по Шурику ваншотнуть, либо забрать. О, прикольно. Можно, оказывается, увидеть наш дротик, который мы пуляем. Держи. Так, релод. Тебе некуда деваться. Ну, вылазь. Короче, надо становиться жопой в угол. Тогда они никак не смогут за спину заспавниться и будут спавниться прямо перед носом. Варп-ключ, ебой. Там охранный робот. А, бляха, его что-то штука не задевает. Хе-хе. По хитрой жопой системе через вентиляцию он еще и застрял на проводе, видимо, да? Ха, дурашка. Оу, здесь радиация. Ладно, будем попроще. Так, сколько мы отдали? Нормально отдали. Сопло еще одно. Да юпрс это. Ну, мы его разобрать, в принципе, сможем. Так что, как бы, потери это не назвать. Ну, давайте быстренько во вторую ССП-ху перейдем. Интересно, меня здесь жахнет? А? Здрасте. Живодерчика нашли. Оп. Так, камеру нахер. Там топливо, а здесь ничего нет, да? Обидно. Но топливо и так уже сойдет. В принципе, все, можем текать. Мы даже варп-ключ забрали, так что... И еще и оксиджен у нас в половинке. Давай быстренько тюк-тюк. По красоте слиняли, по красоте. Так, клейкая лента, сопла. Окей. И варп-ключ. У нас будет инфа о варп-ключе вообще или нет? Просто интересно. Естественно, нет, я понял. Я вас понял. Так, что у нас здесь? Клиент получает 50% набор их поддержки. А где-то у нас еще эта форма нужна? 28.2b. Вроде бы нет. Так, гаечный ключ требует шлак. Кстати, если мы разберем сопла, давайте раз-два сопла разберем. Создадим гаечный. Улучшим нашу пукалку. Большой дыроотдел. Уменьшает разброс, повышает урон на 50. Но одна звезда уже есть, уже хорошо. А, кстати, самое смешное, не хватает шлаковара. Что такое шлаковар, где он? Уплотнитель шлаковар. 160 каждого ресурса требует. Да ну нахер. Идите в сраку с такими предложениями. Давайте, ладно, форму просрем. Так тому и быть. Отплывается топливный... Топливо рекой. Клиенты получают по 3 единицы топлива и 3 единицы еды в наборах поддержки. Пусть будет. Просто пусть будет. Так, и дефибриллятор. Дает дефибриллятор для возрождения.
Жесткий ошейник нужен. Жесткий ошейник. Вероятнее всего, мы его скрафтить не сможем. Что мне подсказывает? А нет, можем. Не хватает электроники, причем он довольно дешево крафтится. Пу-пу-пу. Пу-пу-пу. Хорошо, это оставляем. Дальше у нас как получается? Дальше у нас вариант либо коробка скрепок, что нам, кстати, пригодится, топливные ячейки. Давайте сразу проскочим тогда. У нас хп и вроде все окей. Топливо у нас есть. 10 скрепок, серьезно. Проскакиваем сразу же сюда, получаем 5 единиц топлива и прыгаем в джимпи, в SG, в котором мы, собственно, и получим нужный нам элемент, а именно схему проводов. Так, здесь пулешок заряды и очень много клерков. Но клерки вообще на изи уходят. Где-то лежит запас еды, где-то лежит варп-ключ. Вообще все супер. Просто как по маслу. Может, эти паскуды привезли из того ковчега, что мы поколцали? Мы же не убийцы, мы пираты. Сейчас бы убийцы думали, что они... Точнее, что пираты думали, что они не убийцы. Хе, кек. Так, войти, погнали. Пуль у нас дофига. А, давайте вот эту тоже пукалку и шокер возьмем. Все-таки не хочется люлей получать. Так, где мы... Ух, класс, мы прямо возле мостика вылазим. Так, надо проверять все, потому что где-то должен быть запас воды. Ну, короче, если в голову два выстрела. В принципе, вообще на изи их разматывать. Главное, не тупить. Так, здрасте, есть кто? Мне обидно, что у меня шестое чувство забрали. Куда слетел? Стоять! Ты хлеб, что творит, демон? Ах, работа, он вроде бы вырублен, да? Проблем быть не должно. Так, инфа вся есть? М-м-м? Главный лут здесь. Лол. Думайте о карьере. Сборщика утиля, ну да. Кассетная бомба. Слушайте, а я могу его перезарядить, перенаправить? Жаль, я не могу его взломать. Но он сможет прийти и надрать нам жопу в нужный момент. Так что это стоит не забывать. Так, а здесь что, вообще ничего, да? Ясненько. Эти уголки с ящиками бесполезны до ужаса. Так, еды дополнительно собрано, ленты. Здесь что-то есть? Нэп, антирад. И вот здесь раз, два, три, четыре. Пули, еда, пули, 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 пули. Ясненько. Та-та-та-та, та-та-та. Так, здесь немножко подзаваленная комнатка. Давайте, наверное, сейчас по Шурику пробежим. Все угловые части заберем, а потом двинемся уже в центр. В техотдель. Так, скрепки дополнительно пусть будут. Ты выжил? Кек. То есть, если выстрелы идут не криты, то нам нужно больше трех выстрелов нанести. Это, мягко говоря, срака, на самом деле. Хера себе, пати меня встречает. Тихо-тихо-тихо, можно поспокойнее, пожалуйста. Так, того я должен был добить уже. Хера ты живучий, пес. Куда ты улетел? Что-то его снесло в ССП прям вглубь. Но это его сугубо личная проблема. Бляха, как же здесь темно. Варп-ключ еще один. Not bad. Очень даже, очень даже. Так, текаем сразу во второй ССП. Так, одного задел, а те, видимо, далеко, да? Нет, еще одного задел. Всех троих задел. Но одного я дважды, по-моему, трижды стрельнул даже. Че как, пацаны? Нормально, даже в хэд попал случайно. Сойдет. Сойдет. Так, здесь нычкариков нет? Кто-то что-то говорил за спиной. Я все слышал. Не. Самое смешное, что он начинает убегать, как раз когда у него становится меньше хп. Так, 3 минуты оксиджен остался. Окей. Умри. Я видел охранного бота, не надо его звать. Ничего интересного в нем нет.
Так, текаем, получается, сюда. Здесь у нас должно быть три нычки. Монет, серьезно. Ой-ой-ой, радиация, радиация. Не суемся. Так, открывай эту шляпу. Надеюсь, нам что-то ценное. Клейкая лента. Ценность такая себе, ну пусть будет. Ишь ты, собака. А вы там в крайне охерели, товарищ? Ты глянь, еще и сваливают, ну. Блях, они там сейчас по комнатам забьются. Не хотелось бы, честно говоря. Так, куча пуль еще найдена. Какой-то разговорчивый чмошник, а? Ну, в принципе, можно просто подождать, а можно им еще в спину настрелять. Чтоб они огребли по полной. Так, еще пули, заряды, шок-заряды пусть будут. Монетка. Монетка, Карл. Ты умер или нет? Где ты там разговариваешь? Очень странные ребята. Серьезно, сами собой болтают, куда-то все время двигаются. Но мы здесь все зачистили. Нам, в принципе, здесь делать больше нечего. Так, клейка лента, схема проводов. Вот что самое важное мы должны были забрать, мы его и забрали. Так, еще один варп-ключ. Эх, ладно. Верстачок. Чё-то можем склепать. Медаль за стимул, вроде за стимул, плюс еще 10 шансов получить доступ сразу и бесплатно. Коровий шокер удваивает урон на время оглушения. Вот это, кстати, неплохо. Нужна щетка. Так, она не из самых легких, она один из самых сложных. По крафту, да? Ладно, оставим пока как есть. Пусть будет, пусть будет. Что у нас по хп, кстати? По хп 368. В принципе, можем двигаться сразу дальше. Следующее направление у нас опять в сраке. Здесь мы можем быстренько слетать, пайки забрать. Так, 8 пайков. Ой-ой-ой, пираты к нам летят. Боюсь, у меня ужасные новости. Эти неправомочные лица не уплачивают НДС за присваиваемый ими предмет. Какой ужас. Следует за вами на суда, да. Это печально. Но вообще, думаю, мы и пиратов развалим. Хотя хрен знает, что они из себя представляют. Мы же, по идее, на кораблях задохликов каких-то бьем. А вот они довольно повеселее вроде, ребята. Так, топливо 3 штуки. Это еще что такое? Кит пустоты глотает мелкие суда. Серьезно? То есть он просто нас глотнет? Так, куча туристов, клерк, много утечки радиации. Но здесь куча топлива. Ну давайте заберем что. Нам, в принципе, ну мы можем сюда за листом, по идее, но мы там можем нарваться на этого товарища. А здесь что? О! Вот зачем варп-ключ. Я могу двинуться в направлении, которое изначально отсутствует. Воу, я даже так могу двигаться в направлении. Оу. Требует варп-ключ, еда, ну и, соответственно, хп даст. Это уже интересно. Мы можем просто сразу сюда перескочить, чтобы через это все говно не проходить. Здесь мы наберем, естественно, топливо. И пойдем по главному заданию, это выходит в третий слой. Охерена! Просто охерена! Нет, собаку, иди отсюда. Вообще, по-хорошему, лучше варпануться сразу сюда. Если мы варпанемся, за нами вот эта херня не долетит. Но опять же, она может что-то и полезное дать, а может, как всегда, говно втюхать. Ну ладно, давайте варп еще один потратить. Сразу место назначения. Так, здесь кадровый блок, стеллаж для торпед, уничтожает пиратов. То есть, этот корабль уничтожает пиратов. Так, что-то немножко напряжно стало, на секундочку. Так, давай это добро, давай мины. Сейчас будем проверять. Кстати, кораблик небольшой, ядер. Здесь заряжаются, запускаются ядерные мины. Хороший источник кассетных бомб. Угу. Еще и торпедный отсек. Хера себе, слушайте. Мне уже нравится. Главное, чтобы меня здесь никто не навалил. Я, кстати, не посмотрел, какие враги здесь в большинстве своем. Пациент. В смысле пациент? Какая неприятная мразь. Сколько? 6 летающих голов выходит, да?
И у них нет своего общего ХП, поэтому их придется либо реально на каждого просирать пули, их, либо их просто избегать. Не нравится мне такой расклад, что я могу сказать. Так, я надеюсь... Ага, это стекло. Я думал, здесь открытое пространство. Думаю, странно, что меня не засосало. О-ля-ля, 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 о-ля-ля. Ага, их еще и шокнуть нельзя. Да, они убиваются сразу. Почему за мной два вертухая пришли? Вы что, издеваетесь? Дайте пройти, дайте пройти, дайте пройти, 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 пройти. Holy shit. Стоять. Бляха, здесь еще и пациент. Хера здесь народу, слушайте. Турелька, нет, не надо. Твою мать, там турелька еще необычная, какая-то очень болючая. Да вы издеваетесь. Твою же мать, слушайте, это просто срака. Выживи. Есть. Фу, щет. Пошли нахер. Так, с головешками разобрались, вертуха идет. Открывай, 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 быстрее чуть-чуть. Или вертуха не может дверь открыть? Может он все открыть, может. Ему лишь бы нужда появилась. Вообще, я на мостик должен был зайти, да? Так, эта турелька помощнее будет. Воу-воу-воу-воу-воу, их здесь две, они обе ракетные, твою мать, серьезно? Ди нахер, ди нахер. Так, отлично, я забит в углу. Меня налетают еще ракеты. Да тихо. Ты перестанешь, может, не? Так, 99 хп, я все понимаю. Так, в уголочек забились. Нормально. Так, вроде он взорвался, да? Тить твою мать. Открывай быстро. Красава. Так, 99 хп, вот это единственное, что меня очень сильно расстраивает. Так, нормально, жить можно. Так, давай быстренько тяпнем кисло... Бляха, уйди, 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 мразь. Оно больше бесит, чем оно что-то делает, на самом деле. Изыди, мразь. Не, оно чем-то стреляет, но не попадает. Фе, мразь, короче. Так, нам сюда. Так, что мы имеем? Ну, короче, вот там в топливном отсеке, куда мы, видимо, как раз и зашли. Там, где происходит самое пекло. Там лежит самый ценный груз. А, мы в ракетный заходили. Пошли нахер. Где ночкарик? Ага. Здесь бадабахи, батарейки, компьютер. Все, все, все. Самое важное мы отсюда тяпнули. По идее, отсюда можно слинять, потому что мы с 99 хп реально далеко не уйдем. Это я вам инфу соточку даю. Так, пласт есть. Здесь у нас еще... Бля, здесь еще эти неудобные очень ракетные отсеки. Перемещаться в них один ад. Бляха, там он прям на нас идет. Ну, по-шустрому, если на самом деле, то мы можем успеть. Сейчас он идет к нам. Нам нужно через воздух забежать. Он там не один, естественно, да? Тихо, 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 тихо. Бляха, здесь закрытый торпедный отсек. Я не туда завернул. Заряжай быстрее. Тихо, 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 тихо. 5 хп осталось. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Тихо, тихо, тихо. Нет, собак. По идее, могли их затащить. Если больше мин накидать, и сокер бы почаще юзать. Бдыщ, бдыщ, бдыщ. Перезапуск. Кадровая замена. Кто в этот раз? Беннет. Так, не активирую взрывчатку, брошенную клерками. Плохое периферийное зрение. Что-то мне не нравится это. Что-то мне это заранее не по себе. Да, 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 я все прекрасно помню. Вы можете использовать предметы, собранные, бла-бла-бла. А, где мы сейчас находимся? О, нас сместило в самое начало, серьезно. Ну, короче, мы кабанчиком сможем без проблем добежать, докуда нам надо. Единственное, что меня смущает, эти пиратские корабли. Хорошо, ребятки, сделаем с вами пока что небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.